Незнайка стал героем «Звездных войн», и это не очередная часть американского фэнтези, а работа нашего земляка, художника-иллюстратора Прокопия Улюшова. Уроженец Сыктывкара, а ныне сотрудник «Союз мультфильма», выпустил новую серию рисунка в честь Дня «Звездных войн». Его фанаты картины отмечают по всему миру. На этот раз персонажи из книги Носова примерили на себя образы Люка Скайуокера, Леи Органа и Хана Соло. Возможно, именно так бы выглядела космическая фантастика, если бы ее сняли в Советском Союзе. Во время очередного просмотра «Звездных войн» почему-то как-то вот так вот в голове сложились параллели между образами. Так вот каждый образ как-то нашел своего двойника в каждой из вот этих вселенных. Да. То есть в «Незнайке» там одни герои, в «Звездных войнах» другие, но между ними есть какие-то вот такие точки соприкосновения. И это, в принципе, уже такая фишка всех моих работ, когда я в разных каких-то вселенных нахожу какие-то забавные параллели, забавные аналогии, вот, и это находит отклик у пользователей сети интернет. Это не первая серия иллюстраций популярного сериала от нашего земляка. Мы уже видели героев «Игры престолов» в образах персонажей детских мультфильмов. А еще наш автор перерисовал «Симпсонов», также в стиле советских аниматоров. Эти картинки буквально взорвали сеть. По таким углом американские бестселлеры точно никто не рассматривал. Прокопий Улюшов в интервью нашему телеканалу рассказал, что есть у него еще пара свежих идей. Но художник решил сохранить интригу и пока не стал раскрывать подробностей.